Сегодня проблемы большие и очень. Из-за этого с трудом я засыпаю ночью. И хочется скорее найти от этих бед решение. Как-нибудь исправить свое дурное положение. Непонятно в принципе, с чего вообще начать. Где выход из тоннеля и как его искать. На интересный мне вопрос, как найти ответ. Я понимаю, что реально выхода просто нет. Но в глубине души я знаю, что он рядом. И предстоящий путь окидываю взглядом. Пусть сегодня трудно и терпеть нет сил. Завтра все исполнится, то, о чем просил. Стоя на коленях в тиши перед иконой, я попрошу тебя не о славе и короне, не о деньгах и счастье, а просто о покое, которого и вправду не хватает мне порою. Тебе пообещаю стать лучше я взамен и буду терпеливым в ожидании перемен. Я много совершил того, о чем жалею, но извлекая выводы, я становлюсь умнее. И я уже привык учиться на ошибках, решение проблем в окружающих улыбках. И может мои строки — это просто жесть. Главное запомни, выход всегда есть. А я жил, как жил, с мечтами не расстался, меняя взгляд на жизнь, я вместе с ним менялся. И не всегда в ту сторону, в которую стремился. Я совершал ошибки и на них учился. Сожженные мосты очень трудно строить, всех жизни доказать, кто и сколько стоит правда и доверие близких. Бывали моменты, когда я падал низко, но несмотря на боль, я снова поднимался и стать немного лучше. Каждый день старался, я дорожу своим.